Привет всем, меня зовут Соколова Анастасия. Мне 23 года. Сейчас я буду танцевать для вас. Тиждень тому менеджер з підбору персоналу Настя і подумати не могла, що зрештою опиниться тут. Аж поки під час посиденьок на 8 березня дівчину не взяли на слабо. Подружки. Я говорю, Настя, чому ти не підеш? Я видела, коли дівчинки виступають, как бы, я говорю, ти можеш лучше, ну, 100%. Я после праздников знаю, что у меня не предстоит никаких событий. Я расслабилась, кушала шоколадки, конфетки, поправилась. И я бы понимаю, что ой, мне надо за 3 дня похудеть на 3 килограмма, потренироваться. Ну, в общем, я надеюсь, что я все-таки готова. Мы будем за тебя болеть. Все, я боюсь. Не бойся, мы с тобой. Все, спасибо. Я пошла. Out of the America, full of you, why don't you do right? Like some other man do. Здравствуйте. Здравствуйте. Судя по костюму, намерения у вас серьезные. Ну да. Извините, просто очень сильно нервничаю. А вы сделаете глубокий вдох. Выдох. Мы все волнуемся, вот пока вы шли. Ну, в хорошем смысле. Правда? Влад, давай подивимось, что девчина умеет. С удовольствием. А я могу пойти, да? Будь ласка. Говоришь, Влад, давай посмотрим. А, Слава и Влад, давайте подивимось. Удачи. Ця сина програма буде йти після того, як у нас діти вже підуть спати. Слава Богу!
Щоб все так обійшлося, щось я переживала за неї. Мені здавалося, що все дуже неоднозначно, але після тих верхніх твоїх стрибків, по-моєму, все дуже однозначно. Просто однозначно-однозначно. Хорошо, значить, да? Ну, що тут скажеш? Це було просто супер, ярко, отличніше виступлення, емоціональне, ну, от артистичне, все прекрасно. Я отримала огромне удовольствие. Якщо уж і придиратися, то можна тільки к костюму, тому що він, ну, от, він чуть удешевляє всю крутизну твоєго мастерства. Влад. Мне кажется, ты даже до конца не понимаешь, насколько откровенны те движения, которые ты показываешь на сцене. Не придаешь этому значения. Да, это внутреннее такое состояние. Правильно я понимаю, тебе не сподобалось? Неправильно. О. Тогда голосуем, Влад. Скажу. Да. Славку? Ну, конечно, это да. Да. Настя. Три такта я отримала. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Молодец. Молодец. Ну, Настюха. Потрясающе. Спасибо. Очень красиво. Спасибо. Берите меня к себе. С удовольствием. Девчонки, я очень рада. Поздравляю. До встречи. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. Эх, Настя. Та-дам-та-дам-та-дам-та-дам. Мы все йдемо гуртом на пілони. Всі ми з тебе будемо крутитися.